Почему русскоязычные едут жить в Майами? Не забудь подписаться, прямо сейчас расскажу. В Майами едут все, кто не любит снег. Его тут попросту нет. Погода летом плюс 40, зимой плюс 22, даже ночью. А этот голубой Атлантический океан, ну просто как с картинки. Средняя зарплата в Майами около 4000 долларов в месяц. Это ниже, чем в Нью-Йорке, но зато тут много рабочих мест в сфере услуг, туризма и риэлторства. Флорида – республиканский штат. Вторым языком тут считается испанский, а иногда его слышишь даже чаще английского. Во Флориде люди платят меньше налогов. Тут нет налога штата. Штат только федеральный. Рядом с Майами находится город Санни-Айлс, который прозвали «маленькой Москвой». Тут есть русскоязычные магазины, кафе и даже детские садики. Во Флориде много разной и вкусной еды, особенно свежих тропических фруктов и соков. В Майами большинство ездит на своих машинах, и обычный бензин здесь дешевле, чем в той же Калифорнии. Примерно 89 центов за литр. Каждый год сюда едет жить больше 40 тысяч человек. И тут можно встретить людей абсолютно любой национальности из разных уголков мира. Ну, как вам Майами?